Ажиотаж вокруг беженцев постепенно утихает. Вот наглядное тому подтверждение. Разгар буднего дня. Коммунисты собирают деньги в помощь братскому народу. Желающих помочь материально нет совсем. А между тем, до этого красные уже собрали порядка 50 тысяч рублей и отвезли деньги беженцам, которые проживают в Комсомольске. Новые средства, если они, конечно, будут, отправят в Москву. Там есть организация «Русский лад», которая аккумулирует деньги и отправляет их нуждающимся на Украину. Впрочем, цель данного мероприятия не только собрать материальную помощь. Ивановские красные выступили в поддержку украинских коллег. Известное же высказывание, что там, где борются с коммунизмом, появляются фашисты. Вот Украина наиболее яркий пример, где подан уже иск о запрете Коммунистической партии Украины. И вероятнее всего ее, наверное, запретят, потому что коммунисты очень сильно не нужны нынешней украинской власти.